А вертолеты МЧС тем временем продолжают доставку гуманитарной помощи в отдаленные села и деревни Тулунского района. Их жители оказались отрезанными от большой земли. Накануне днем спецсбор доставил сибирякам 1,5 тонны продуктов и почти столько же питьевой воды. Вместе со спасателями в населенные пункты прибывают и медики. Кроме того, МЧС обеспечивает транспортное сообщение между деревнями при помощи лодок. Для этого задействовали сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательной службы Иркутской области.